Я хочу, чтобы мы все вместе поприветствовали веломарафон «Путь мира» Надара Беридзе, моего друга. Такой красивый, здоровый грузин, такой симпатяга. Вот он, когда был у меня здесь в гостях, я ему сказал: «Надар, смотри, как я рисую». Он говорит: «Ой, какой ты молодец, как ты хорошо рисуешь». Я ему еще говорю: «У меня сын Ален тоже художник. Он тоже психолог и врач. Я врач, он психолог, и моя дочка тоже психолог, и моя внучка тоже психолог, и мой внук Шамиль единственный, который не психолог». Он говорит: «Слушай, какие у тебя вообще интересные дела? Я когда приеду в следующий раз, я к тебе зайду». И вот за это время он осуществляет веломарафон за мир. А я ему пишу время от времени письма и говорю: «Мы тебя поддерживаем, каждый своим делом полезным для мира в мире». Я вот рисую теперь тебе картину, которая символизирует, видишь, веломарафон. Вот я картину рисую. Да, я жду, когда придет Надар Беридзе, мой друг, чтобы он взял на эту картину, посмотрел и сказал: «А где там моя борода? Почему он не толстый?» Я тогда прямо при нем хочу сделать то, что нужно. То, что нужно. И мы поддерживаем. Почему я сказал ему, что мы все поддерживаем веломарафон «Путь мира», каждый своим делом. Вот я врач, психолог, почему я сказал о своих детях, потому что они тоже поддерживают. Хотя Ален в Махачкале, в Дагестане, а это волнительная точка такая. Вот, хотя Наргуль, ты там в Казахстане, Людмила в Германии. Елена. Да. Я хочу, чтобы мы все помахали. Скажи пару слов для веломарафона «Путь мира». Скажи, пожалуйста, пару слов. Как ты в Германии хочешь, чтобы был мир в мире? Ой, я очень хочу, чтобы был мир, и желаю вам этот марафон, чтобы он прошел с большим успехом. Мы тут все за вас будем болеть. Болеем, болеем, болеем. Наргуль, пожалуйста. Семье мы передаем большой привет и желаем вам успехов, удачи, побед. И, конечно же, пусть мир будет нашим во всем мире. Да. И самое еще важное, дело в том, что у меня есть национальная идея, чтобы был мир в мире, чтобы сократились кризисы и войны. Я несколько раз это публиковал в Фейсбуке и ВКонтакте. И у меня на сайте Стрессу есть национальная идея. Это о том, чтобы создать международный форум, международную площадку, где лучшие представители, философы, художники, писатели, поэты, режиссеры, актеры, а не только экономический форум, а именно такой, где созвездие имен, созвездие выдающихся людей обсуждали бы хотя бы раз в год, выдающимся такими своими умами и дружеским отношениям, люди, которых знает весь мир и каждый в своей стране почетен, обсуждали глобальные проблемы человечества. И весь мир смотрел бы на этот форум, который проходит раз в году, с таким удивительным интересом, как свежий воздух, как они смотрят с таким большим интересом Олимпийские игры. А тут бы почувствовали, что да, человечество хочет быть целостным. И поэтому мы за путь мира еще раз, Надар Беридзе, обнимаем тебя и подключаемся и болеем. Мы все вместе, Да. люди разных стран.